пропускал остроумно Азар. А там никого из своих не оказалось. И вперед на фланг. Кейхел очень уверенно в этом эпизоде играл. Позицию выбрал Вильян. Поберег поле. Рамирес. Снова Рамирес. Ну и как в первом тайме. Видим, все очень плотно. В середине асфланга. Поди попробуй, да? Подай, если можешь. И опять очень тонко футболисты Челси. Одной передачи. Хотят оборону соперников скрыть. И вот, пожалуйста, да, лишняя иллюстрация тому, насколько все перекрыто сегодня у канониров, пока, по крайней мере, в центре защиты. Второе касание Фалькао. И вновь на него. Ну, свежий, мотивированный, дорогой. Да, естественно, что начали нагружать по полной. Пропускал остроумно Азар, а там никого из своих не оказалось. И вперед на фланг. Кейхел очень уверенно в этом эпизоде играл. Позицию выбрал Вильян. Второго. Уолкот долго. Мяч отобрали. Рамирес. Идет, идет, идет. Подавать не стал. Дождался Вильяна. Челси чуточку поинициативнее с момента начала второго тайма. Первое касание мяча Фалькао. Разрез на Рамиреса. Такое ощущение, что словно не настоящий, не футбольный, какой-то сувенирный мяч. Новые технологии. Вообще, с учетом того, как развивается индустрия в этом направлении, уже страшно подумать, лет через 10, какие мячи будут. Вновь отобрали мяч. Игроки Челси доставили вперед на Фалькао. Попытка пробить. И Касельни мяч блокирует. Вот и огня добавилось сразу же и желание. Вечной экономии Арсенала при Арсене Венгере, который поднял насмех. Вновь отобрали мяч. Игроки Челси доставили вперед на Фалькао. Попытка пробить. И Касельни мяч блокирует. Вот и огня добавилось сразу же и желание. Энтони Тейлор из Манчестера, главный арбитр этого матча. Вновь отобрали мяч. Игроки Челси доставили вперед на Фалькао. Попытка пробить. И Касельни мяч блокирует. Вот и огня добавилось сразу же и желание. Неудобная передача, тем не менее, прострел. И Петр Чех намертво забирает этот мяч. Арсен Венгер говорил о том, что 33-37 – это лучший возраст. Нет. Извечная экономия Арсенала при Арсене Венгере, который поднял насмех. Венгер там на трибуне. Муриньо с первой минуты как встал у кромки поля, так и не отходит от технической зоны. Касорла. Как Лен направо. Галериан рванулся и остановился. Фабригас. Зак. Венгер сказал, что он очень интересовался Азаром, когда тут еще залили, играл, но Челси сделал более весомый. На 8% игрового времени Челси мячом владел больше. Два угловых у синих, один у красных. Вот, пожалуй, и все любопытные цифры первого тайма, если привязаться к нему исключительно статистически. Ну и смотрим за тем же за Муриньо. Сказал, посмотрите, сколько тратит Арсенал, и забудьте про вот это. Вот сейчас на него должна пойти передача. Вместо этого в центр.
Сорла. Правую рабочую ногу подрабатывал мяч. И не допоняли они друг друга с партнером, но задумано было тонко. Стереотип. Вторая замена. Оскар уже и часы снял, и переоделся в игровую футболку. Как мне кажется, Фалькао была осознанная замена у Жозе Мауриньо, а Оскар тоже готовился выйти с самого начала, но Мауриньо хотел дождаться. Не произведет ли Венгер каких-то замен в перерыве, поэтому выходит бразилец только сейчас. Фабригас налево. Аспилькуэта. Очень плотно, да, и тем не менее в условиях такого прессинга все равно Челси четвертый или пятый офсайд имеет. Вместо Рамироса. Вот сейчас на него должна пойти передача, вместо этого в центр. Касорла под правую рабочую ногу подрабатывал мяч. Поняли они друг друга с партнером, но задумано было тонко. Как чех на перехвате, играя намертво, мяч забрал, но это момент, наверное, когда желаемо выдаешь за действительное. Как хочется же, конечно, чтобы вот этот новый виток в карьере чешского голкипера ему и всем нам столько новых эмоций добавил. Иванович. Но если бутсы такие, да, такой рассказ, почему же мяч должен другого цвета и другой идеологии быть. Иванович. Сразу подавать неудобно. Ох, очень аккуратно было сыграно. Касильнее. Чех. Фалькао даже не пошел. Интересно, знаменитое пальто Жозе Мауриньо. Давно вышло футбольный фольклор, стало мемом. Вот эта вот мятая футболка, которую он на матч пришел, на Уэмблета, она мемом станет. Если у него не приготовлен какой-то альтернативный наряд, там в раздевалке тренерской, представляете, вот так после матча в свою машину, прям в тренингах домой. Но он великий, он может позволить чем угодно. Хоть шорт. Дальний удар будет. Вышел чех вперед. Оскар попробовал пробить. Помните, Фалькао только вышел на поле, сразу же показал такую нацеленность. И вот сейчас Оскар. Но уж совсем не точно. Арсенал очень хорошо смотрелся во время этого предсезонного турнира в Сингапуре. Ну и вообще, если передача вместо этого в центр. Касорла под правую рабочую ногу подрабатывал мяч. И не допоняли они друг друга с партнером, но задумано было тонко. И здорово финишировали. Над приходом Петра Чеха они, похоже, должны решить вечную свою проблему последних лет, связанную с нестабильностью вратарской линии. Поэтому сам Венгер и болельщики клуба, и игроки очень ждут начала нового сезона. Матич, камень обороны. У Фалькао пока то же самое. И, может быть, дело действительно было не в том, что Реми плохо двигается, плохо открывается. И опять офсайд, который уже офсайд у синих. Касорла. Касорла здорово к атаке этой включился. И все, да? Но то же самое, что и в первом тайме. Любая атака, если она вперед развивается, или поперек поля, максимум 2-3 перерыва.
передачи и все. А сыграно уже практически 15 минут после перерыва. Шные пасы, наконец-то нет положения вне игры. Первый эпизод в этой игре, когда буквально метров на 40, наверное, мяч был направлен. Фабригас, одна передача и рывок, и нет офсайда, видно. Пока повтор смотрим, да, похоже, на поле еще что-то интересное происходит. Челси продолжает атаковать. Фабригас. Оскар. Не припомню моментов в первом тайме, когда вот после фланговых передач защитник Арсенала в полушпагате до мяча дотягивался. Пошла вперед команда Жозе Мауриньо. Две замены, которые он провел, игру обострили. Вот сейчас на него должна пойти передача, вместо этого в центр. Что-то символичное. Косорла. Они не поняли они друг друга с партнером, но задумано было тонко. Как иллюстрация того, что Челси сейчас солирует. Иванович. Фалькао. Здорово было в обороне сыграно. Эмзи ничего не скажешь. Перебил колумбийца. Спрашивали Мауриньо о опции реанимации. Вот как он восстанавливал таких игроков, как Шевченко, Торрес, которые в игровой депрессии находились, приходя в команду в статусе звезды. Как восстановить их доверие к самим себе? Мауриньо сказал, что возможно заиграть он после неудачного сезона. Входит в новый, но анализировали, что не так, и выводы сделали правильные. За последние минуты атака канониров. Вот сейчас на него нашла передача. Вместо этого в центр. Косорла. Правый рабочий ногу подрабатывал мяч. И не допоняли они друг друга с партнером, но задумано было тонко. Ай, пожалуйста. Где же руки? Играли в первом тайме, по большому счету, и те, и другие, без чистых центральных нападающих. У Арсенала в этом качестве Тео Волга доказался. Сейчас Жиру на свою привычную позицию центрфорда, чтобы Арсенал за счет этого мяч на чужую половину поля перевел, ну и чтобы моменты с игры возникали.